Проект младшего научного сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Гузель Лутфулиной под названием «Разработка препарата на основе бациллярных антимикробных липопептидов для модуляции кишечной микробиоты и профилактики инфекций сельскохозяйственных птиц» победил в конкурсе «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». По словам девушки, во всем мире птицеводство является одним из самых быстро растущих секторов животноводства. Использование антибиотиков, стимуляторов роста, обеспечивающих защиту сельскохозяйственных птиц от болезней и их продуктивность, в птицеводстве запрещена. В связи с этим и возникла необходимость поиска альтернативной замены кормовым антибиотикам. Наш препарат будет способствовать как повышению продуктивности, так и повышению усвояемости кормов цыплятами, бройлерами, и в целом приведет к повышению иммунитета как молодняка, так и взрослых цыплят-бройлеров. Это будет какое-то сухое вещество, в состав которого будут входить наши препараты. Скорее всего, по поводу того, в каком он виде будет, еще будут разные мнения. Будем советоваться, будем планировать это дело, потому что на сегодняшний день существуют разные методы включения в комбикорма препаратов, добавок. Проект молодого микробиолога направлен на исследование влияния антимикробных липопептидов пробиотических штаммов бациллус на формирование микробиоты слепого кишечника и иммунного статуса цыплят-бройлеров. Пока рассматриваем цыплят-бройлеров, так как любой научный деятель вам скажет, удобнее всего на каком-то одном примере, это либо мышка, либо это дрозофила, либо это цыпленок-бройлер, на каком-то примере полностью проработать свой продукт. И только потом уже, меняя какие-нибудь условия роста, например, бактерий, да, либо условия получения препарата, уже применять и расширять сферу пользования этим препаратом. Полученный грант позволит создать опытный образец препарата, а также получить новые данные о роли липопептидов в пробиотическом потенциале бациллус. Они необходимы, чтобы определить потенциал использования антимикробных липопептидов бациллус в качестве профилактических добавок в птицеводстве. Сам студенческий стартап разработан для того, чтобы мы не только сидели в лабораторных условиях и все это разрабатывали, а направлен в первую очередь на то, чтобы наш продукт создаваемый, наш препарат, мы как-то смогли коммерциализировать, как-то расширить его спектр действия, в первую очередь познакомиться со своим клиентом, узнать, какие у него проблемы, что, с чем он сравнивает наш препарат, какие у нас конкуренты, и на все эти вопросы мы будем искать ответы во время выполнения нашего проекта. Биолог отметила, что исследованием антимикробных липопептидов пробиотических штаммов бациллус она занимается с 2016 года. Результаты ее научных изысканий представлены в статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах.